Москитные сетки на балкон. Вот это на балкон. А эти по окнам. А эти по окнам. Будем ставить. Начинаем установку москитной сетки на балкон. Балконные окна состоят из двух рам. Вот я тут начал, выровнял, присверлил на два болтика, с краю, посередине, сначала посередке, а потом края. Отлично. Ну, думаю, достаточно. Вот. Нижнюю планку мы закрутили. Теперь на нее будем устанавливать москитную сетку. Москитная сетка внизу должна стоять на роликах. Вверху роликов нету, просто паз. Вот. А внизу ролики. Здесь вот такие вот ролики. Вставляем. Вот так вот. И все. И вверху сейчас крепим такую же планку. Вот так вот. И вверху ставим такую же планочку. Вот так вот. Все готово. Все. Супер.